Эфир продолжит рубрика «Культурный город». Слово Марии Воробьевой. Спонсор рубрики «Культурный город» – Северодвинский хлебокомбинат. Наш хлеб любят и покупают. Вы знакомы? Представляем. Хлеб Дарницкий Северодвинского хлебокомбината. Современная упаковка. Сделан по ГОСТу. Выпечен по классической технологии на густых ржаных заквасках. Новая современная линия чешского производства. Компьютерное поддержание микроклимата. Мука, обогащенная кислородом. Дарницкий не просто хлеб, а хлеб. Победитель всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2014, 15 и 16 годов. Только на натуральном сырье, без улучшителей. Наш Дарницкий любят и покупают. Хлеб Дарницкий Северодвинского хлебокомбината по-прежнему любимый. Здравствуйте! Скорость чтения проверяют еще в начальной школе. Повторить это во взрослом возрасте можно было на одноименном литературном турнире. По итогам двух отборочных туров в финал скорости чтения прошли 15 участников. Им надо было не только быстро прочитать отрывок из произведения, а исполнить его выразительно, эмоционально и артистично. На каждое выступление 40 секунд. Финалисты читали классиков 20 и 21 веков, таких как Толкиен, Рой, Соболев. Он представил, что стоит на высокой тропе кукловодов, в руке вага, средний палец продет по золотой нити, сердце бродит в какой-то части, которую он знает, знает уже на пути к нему. Ведь у него в руках его главная кукла, она затаилась, она пока притворяется неживой. Свой талант быстрого и выразительного чтения лучше всех продемонстрировала Юлия Меньшикова. Она стала победителем турнира. Результат – 178 слов за 40 секунд. Я же вас обобрал, черт возьми! Да я вас ограбил! Да я же украл у вас! Очень-очень сильно порадовалась этой победе, потому что я довольно-таки много времени потратила на этот конкурс. И конкурс, он именно прям такой мой, литературный. Я очень люблю читать, очень люблю литературу. У меня рассказ, который я читала, он был очень эмоциональный, очень интересный. И я сама проживала эти моменты, которые в рассказе были. И я считаю, что у меня получилось. Конкурс прошел в рамках проекта «Писатели-читатель по встречному движению». В этом году в нем поучаствовали 60 горожан. Повторить успех литературного турнира организаторы планируют и в следующем году.